Роман Витальевич Фрейдин, он же Фрейд. Если череп убитый был проломлен бутылкой, то бутылка должна быть целой. Закончил психфак. Увлекся покером. А это значит, что осколки бутылки, представленные здесь в качестве основной улики, входят в десятку лучших игроков мира. Могут быть чем угодно, но не орудием убийства. Сейчас консультируют адвокатские конторы. Не важно, виновен Антонов или не виновен. Важно, что вы не смогли доказать его вину. Следовательно, ваша контора полный отстань. И какие предложения? Подключить этого эксперта к нам в качестве гражданского консультанта. Вот и познакомились. На выезд. У нас убийство. Улица Чебарова, убийство в лифте. Убийство на улице Петракова. Я бы ее тоже убил. Ну, как мужчина. Как работник прокуратуры никогда. А вы не работник прокуратуры, вы консультант. А сколько у вас обычно времени занимает вся эта суета на месте преступления? У меня план 12-го, финальный стол по покеру. Не хочется пропустить. Наверное, сложно жить, прикрываясь собственными мозгами и ненавидеть себя за это. А почему бы тебе просто не сдохнуть? А вот это хороший вопрос. Единственное ваше призвание – это выставлять людей идиотами. А что, версия теперь тоже входит в мою обязанность? Мне казалось, что я могу просто критиковать вашу работу. Нет? Я тебя просил помогать нам. А ты превращаешь уголовные дела в факультатив антропологии. Это что за допрос? Вы не задали ни одного вопроса. Они не произнесли ни одного слова. Пока в их словах нет необходимости. Думаете, кто-нибудь признается? А ты бы признался. Не в такой обстановке. А если создать благоприятную обстановку? Кто же ее будет создавать? Я. Вы не похожи на следователя. Мы здесь делом занимаемся, а не твой покер играем. Точно! Так, разводите их по разным камерам и вперед! Я дура! У нее в руках был пакет. Похоже на признание параноика, но вот именно эта логика привела нас к раскрытию преступления. Хоть премия-то будет. Почетная грамота в рамке. Это мой первый знак отличия. Объявляется строгий выговор за нарушение служебной дисциплины. Ты взорвался. Вылезай из песочницы. Идет расследование убийства. Если хочешь меня наказать, поставь в угол. Я ревную! Я готов на стенку лезть! Это я сейчас на стенку полезу! Полезли вместе. Свободен! Ну зачем же так? Вон! Роман Витальевич эффективен, когда заинтересован лично. Делов-то заинтересовать меня лично. Я заеду за тобой в 6. Из вас может получиться отличный тандем. Не волнуйтесь, это на работе. Может, все-таки скажешь, что ты здесь делаешь? Будешь смеяться. Борюсь с преступностью.